Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним задание на полях страницы 88. Решаем цепочку примеров. 90 нужно разделить на 6. 90 это 60 и 30. 60 разделить на 6 – 10. 30 разделить на 6 – 5. 15. Теперь 15 умножим на 4. 10 на 4 – 40. 5 на 4 – 20. 40 плюс 20 равно 60. Теперь 60 разделим на 3. 60 десятков разделим на 3, получается 2 десятка или 20. Теперь в 20 прибавим 80. 2 десятка плюс 8 десятка равно 10 десятков или 100. Что нам нужно бы получить? Таким образом, решая примеры, мы пришли от числа 90 к числу 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу социальных.